Господин Гочедзюнь посетил бриллиантовый цирк Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых. Главной темой беседы стало обучение талантливой якутской молодежи в колледже. В частности, гостя интересовал вопрос о дальнейшей судьбе выпускников. Он был приятно удивлен, что со времен первого набора студентов в 1997 году в Пекине обучилось 40 детей из Якутии. В данное время проходит обучение 20 студентов-якутян. Выпускники первых двух потоков являются ведущими артистами государственного цирка Якутии, обладателями золотых и серебряных призов международных цирковых фестивалей. Консул не только похвалил ребят, но и признался, что не ожидал увидеть такие потрясающие номера. Он пожелал учащимся дальнейших успехов и плодотворного труда. Также заверил руководство цирка в своем содействии в скорейшем и положительном продвижении вопроса о завершении строительства полноценного циркового комплекса «Пристроя бриллиантового цирка». Очень хорошо встреча прошла, и это было организовано обществом российско-китайской дружбы, которое сейчас здесь у нас организовано. И сегодня приходили в основном инвестор и строители из Китая. Они очень заинтересовались, мы же не можем никак уже 2004 года достроить цирк. Мы как бы стоим на одной ноге. Вторую ногу обязательно надо достроить, поэтому к нам будут большие программы приезжать, и мы будем развиваться. Поэтому сегодняшняя встреча, я думаю, какие-то, может быть, плоды даст, чтобы вместе с нашим правительством мы все-таки достроили наш комплекс для города, для республики. Это очень важно.